Всем привет! Улыбай! Сам я почувствовал вот эти вот действительно торжественные и светлые минуты пережили. Ну а теперь у нас как бы такой апофеоз такой, да, потому что это дети, потому что это концерт, потому что это то, что они готовили сами, старались. Вот. Ну и потому что Рождество, конечно, такой детский праздник, да, который нас вот возвращает в детство. Вот, возвращает к таким вот светлым дням. А вот, ну и напоминает нам, что Христос тоже родился и явился нам именно вот в образе и в виде, да, и в таком ипостаси ребенка, человеческой ипостаси, но вот как ребенок. Да, вот, и нас тоже учат вот такому детскому восприятию, да, и мира, вот, и жизни, да, ну и вот этого праздника тоже, как видя, как вот, как немощной ребенок, вот вроде бы, с одной стороны это слабость, с другой стороны это великая сила и такой вот действительно носитель жизни, да, как ребенок, он вот такой полон жизни, да, такой настоящий жизнь, вот так и мы сейчас вот переживаем вот этот вот праздник жизни, вот светлого, светлого Христова Рождества всем. Может, поим про пары Рождества? Давай. Можно не вставать. Рождество во Христе Боже наш, воссияй мир и свет разума, в небо звездам служащий, звездою очакуся. Тебе кланяйтесь солнцу правды, и тебе видите с высоты востока, Господи, слава тебе. Дорогие наши гости, мамы, папы, дедушки, бабушки,
Разрешите вас поздравить с Рождеством Христовым, с праздником таким великим, и пожелать вам всех благ, здоровья, благополучия, вам и вашим близким. И сегодня мы приготовили для вас небольшой такой подарок, мини-спектакль, скажем так, музыкальный. И хотим, чтобы вы приняли наш подарок благосклонно, скажем так. Потому что это наши первые робкие шаги. Мы старались. Не судите строго. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь. И звали этого царя Ирод. И правил этот царь 34 года. И понадобилось этому царю посчитать, сколько же у него подданных, которыми он правит, провести перепись населения. Если он был указ, чтобы его подданные записались там, где жили их предки. Указ. Повелеваю, чтобы все мы подданные приняли участие в переписи. В том государстве жили Мария и Иосиф из рода Давидова. Вот пошли они в город Давида, называемый Вифлеем. Шли они из Назарета, в котором жили в то время. Дорога была трудная, долгая. Марии настало время родиться младенцу Христу. Когда Мария и Иосиф пришли в город, то все гостиницы были заняты, и ничего не оставалось сделать, как разместиться в пещере недалеко от Вифлеема. В эту пещеру в непогоду пастухи загоняли на ночь овец. В этот раз пещера была пуста. Мария и Иосиф так устали, что обрадовались и этому пристанищу. Я очень устала, Иосиф. Давай здесь остановимся. Хорошо, Мария, пора отдохнуть. Мы шли весь день и весь вечер. Уже поздно, и продолжать путь опасно. Ночью у Преблагословенной Девы Марии родился Спаситель, Господь наш, Иисус Христос. Не в царском дворце, не в пышных чертогах, а в пещере, где было холодно и сыро. Thank you.
недалеко от Вифлеема пастухи стерегли стадо овец. Было очень холодно и сыро, и они развели огонь, чтобы согреться. Вдруг среди ночи перед пастухами предстал ангел Божий. Испугались пастухи, но он сказал: «Не бойтесь, я унесу вам великую весть. Только что в Вифлееме родился Спаситель. Ступайте туда и увидите в яслях спеленутого младенца». Благоволенье. Ожидавшие прихода Спасителя,
и поняли, что это его звезда, что это он родился. Звезда! Звезда! Чудесная звезда привела волхвов в Вифлеем и остановилась прямо над домом, в который переселились Иосиф, Мария, уйдя из пещеры. Обрадовались волхвы, вошли в дом, поклонились младенцу, как царю и Богу. Мы принесли в дар младенцу золото, ладан и смирну. Хотели волхвы идти в Иерусалим, к Ироду, чтобы сообщить о младенце, но явились им два ангела и сказали: «Не ходите к Ироду, возвращайтесь другой дорогой». Вернулись волхвы другой дорогой, и Ирод понял, что его обманули, так как он очень хотел знать, где родился младенец, чтобы схватить его, ибо Ирод хотел царствовать как можно дольше и думал, что родившийся Иисус станет вместо него царем иудейским. Но у Ирода ничего не получилось. Прошли годы, Пресвятая Дева Мария и Иосиф, и Иисус Христос жили по-прежнему в Назарете. Иисус Христос рос, мужал и стал великим учителем, спасителем мира, во благо живущим на земле, во имя добра, любви и мира. Пойдем. Все, собираемся. Красить нарядную елку, где собрать.
Подарки детям. Вот. Но я хотела бы сказать пару слов благодарности мамочкам, которые принимали активное участие в оформлении нашего праздника, декорации. Я не могу промолчать, поэтому скажу. Наталья Александровна. Они просто вставайте, у нас не стесняйтесь. Что без них? Нет, нам было трудно. Спасибо большое. Большое за то, что вы поучаствовали в нашем празднике, поддержали нас. Ну, а самое главное, нашим артистам просто бис. Дорогие друзья, это тоже еще не все. Без наших детей, без наших трудов, конечно же, не получилось бы этого праздника, но и не получился праздник без наших замечательных преподавателей. Поэтому сейчас я буду называть каждого преподавателя, и преподаватель к нам выйдет сюда. Так, наша замечательная Любовь Ивановна. Так. Замечательная Алла Викторовна. Евгения Владимировна. Так, преподаватели, сразу выходите все, чтобы не задерживать. Светлана Петровна у нас есть. Светлана Петровна, выходим. Спасибо. Надежда Анатольевна. Надежда Анатольевна, Ольга Сергеевна, Светлана Викторовна. Надежда Анатольевна, с праздником вас. Спасибо большое. Ольга спасибо. Сергеевна, с праздником вас. Елена Борисовна. Преподаватели, посмотрите. Спасибо на нашим преподавателям за труды, за радость, за тепло, которое дает каждый преподаватель в сердца наших детей. Спасибо вам всем. Браво! Преподаватели, просьба, выйдите к детям, пожалуйста. Преподаватели, всем составом, выйдите к детям, пожалуйста. Встаньте за ними, пожалуйста. Преподаватели, вместе с детьми, встаньте, пожалуйста, за детьми. Ребятки, на секундочку, встаньте с преподавателями. Сейчас они раздадут подарочки. А. Спасибо.
Аплодируем! Понравились костюмы, вот действительно очень со вкусом. Я много видел, ну, всяких и фотографий, самих представлений, и мне кажется, что у нас хорошо получилось, и вот с точки зрения оформления, и с точки зрения содержания. Вот, и мне кажется, что у них прям очень им идут эти крылья, да, вот они бы так выходили с крыльями. Вот, действительно, все дети как ангелы. Вот, и дай Бог нам всем вот как-то вместе, так по-детски, по-хорошему, чисто, светло, и прожить эти дни святые, ну и как бы так по жизни тоже вот так вот светло, чисто и радостно, храня в душе Божие присутствие, вот идти этим путем жизни, вот, навстречу Господу нашему Иисусу Христу. С Рождеством! Поместится, может быть, вот оттуда. И теперь сделаем один общий снимок, так чтобы все родители на свои телефоны оттуда издалека могли всех сфотографировать. Внимание, детки! Давайте сейчас ручками немножко под музыку. Родители подойти, сфотографировать детей, пока они позируют. Подойдите, пожалуйста. Да, у нас сейчас нет. Спасибо большое.
Пониже точку возьми. Присаживайся. Ага. Да, улыбайся. Но, отходим. Пойдемте. Ёлочка. Это праздник души, на самом деле. Да, спасибо, на самом деле, я, сегодня я понимаю, почему Рождество называют светлым праздником, да? Да, светлый. Мы вас любим, спасибо. Иди, вот нас снимают того. Да, вставай. Это одна из самых светлых наших родителей, мамочек. Да, которая никогда, не то что не отказывает в помощи, она сама ее предлагает. Это редкость в наше время. Сейчас попросишь человека о помощи и боишься лишний раз попросить, да? А вдруг откажет. Она даже не ждет, пока ее попросят, она сама ее предлагает. Умница. Я правду говорю. Я всегда говорю только правду. Спасибо. Правильно. Я сам как елочка. Как гирлянда. Как гирлянда новогодняя. Вот и хорошо. Вот я хотела сказать, если бы не было этого человека, ничего того, что было сегодня, и всего того, что у нас бывает еженедельно по воскресеньям, тоже бы не было. Вот ему спасибо большое. Вот еще одна причина, по которой мне здесь вообще нравится. Вот нравится. Это светло в душе, это тепло. Не только в кабинете, это в душе тепло. Особенно, когда вот такие люди, как Алла Викторовна, у нас она новенькая, появилась в этом году. Замечательный человек, замечательную сказку придумала, она ее поставила, она работала с ней, с детьми. Молодец, долгие годы. Спасибо. Спасибо большое за теплые слова. Очень понравилось, и на самом деле это настолько глоток воздуха чистого сердца, что передать это словами невозможно. Глаза Аллы нам показывали всю вот эту вот подготовку, она шла через сердце, через душу. Господь нас слышит и поможет, благословит. Спасибо, Господи. Очень понравилось, спасибо. Мне нечего сказать больше. Все было здесь, на сцене. Спасибо, что вы пришли. Засняли весь необыкновенный праздник. Мы хотим сделать фильм, чтобы все родители могли о нем вспоминать еще много-много-много-много лет. Спасибо. С Рождеством! Вот еще одна моя коллега, очередная коллега по воскресной школе. Замечательный человек, Светлана Петровна. Она... Любовь Ивановна. Меня кукушки с Петровым с тобой еще. Она у нас с ней одна стезя, мы с ней коллеги по музыке, но у меня немножко другое направление. У меня хор детский, у тебя народный ансамбль «Веретенцы». Причем в этом году, не в прошлом, да, она основала еще один ансамбль для взрослых. Как называется? «Селяночка». В ней поют и взрослые, и дети, они не только поют, играют на музыкальных инструментах, ну, хорошо, мало это на народе. С Рождеством! Говори. С Рождеством! С Рождеством!